У дитинстві багато хто з дівчат мріє стати балериною. Але для нашої героїні заняття хореографією були лише поштовхом до головної справи її життя. Свої найкращі роки вона віддає художній гімнастиці. У нас сім'я в місті збирається дуже рідко, к сожалению, но это у нас уже праздник считается, когда в доме все находятся одновременно. Про сім'ю Безсонових можна розповідати без кінця. Володимир, Вікторія, Саша, Аня. Кожен з них міг би стати героєм окремої програми. У кожного своя яскрава історія. Чотири лідери в одній родині. І при цьому ніяких розбіжностей і конфліктів. Просто на окремих етапах їх сімейної історії хтось був кращим у своїй справі. А вся родина його підтримувала і допомагала. Сьогодні Аня – зірка сім'ї Безсонових. А батьки і старший брат роблять усе можливе, щоб створити своїй улюблениці максимум комфорту. А почалося все у далеких 70-х, коли юний футболіст, надія київського «Динамо» Володимир Безсонов побачив тендітну красуню Вікторію Сірих. Ну, воно понравилось мені одразу. Мені тоді було 17 років, коли я в київське «Динамо» приїхав, якраз я її побачив, ми просто так, зі сторони, та і все, більше ми не спілкувалися. Ми познайомились на свадьбі Олега Блохина и Иры Дерюгиной, да? А так раньше мы друг друга видели, мы встречались там, когда выступали за сборную в Новогорске, у нас часто вместе были сборы там. Ну так, виделись мы как бы, но не были знакомы. Потом познакомились, я знаю, встречались. Так, года полтора, наверное. Вікторія Сірих була однією з кращих учениць Альбіни Дерюгіної. Чемпіонка світу у групових вправах претендувала і на особисті перемоги. Якби не красень футболіст. У 82-му році ми вже женились, розписалися. Як він мене завоював. Ну, більше внимання, тому що все-таки, коли много їздиш, да, много виступаєш, постійно така життя на колесах, і коли от внимание ощущаешь к себе именно пристальное такое, ну, как бы, я не знаю, ну, доброе, да, внимание. То, наверное, это привлекло. Ну, с хорошим юмором. Умный мужчина. Через кілька місяців після весілля у молодій родині Безсонових народився син Сашко. А ще через 2 роки з'явилася і майбутня зірка художньої гімнастики. Ну, от іменно із-за того, що маленька різниця в возрасті, мені кажется, поэтому вони как бы как близнецы были. То есть они практически не дрались, не ругались. Друг другу помогают с детства. Они очень много как бы даже была возможность в разных комнатах им спать, но они не хотели. Они попросились, и у них была такая двухъярусная кровать, и они спали в этой кровати. Мы так дружили, любили друг друга, что у мамы даже спросили, можно мы поженимся, когда вырастем. Ну, она сказала, что брат с сестрой не может. Мы очень сильно расстроились. Вони і досі кращі друзі. І дуже сумують один без одного. Олександр завжди відчував себе старшим братом. У дитинстві годував сестричку цукерками, так, щоб мама не бачила. У школі віддавав свої зошити, а тепер контролює її шанувальників. Я не пам'ятаю, коли вони виросли. Не пам'ятаю, тому що на самом деле у нас в году 300 днів не було. Ну, она была вообще очень энергичным ребенком. Всегда крутилась, бегала, на месте не сидела. А я, наоборот, был спокойный
И я все время пытался уследить за ней, чтобы она никуда не попала, там какие-то неприятности. Ну и мне попадало от нее иногда тоже. Там мама рассказывала, что швабра била меня там по голове, на балконе закрывала. Ну, такая веселая жизнь. У них был свой проигрыватель, и много было сказок. И вот она ходила все время, пела, танцевала, вот это у нее все время музыка была. И она очень любила, чтобы все сидели и смотрели, как она выступала. Где-то с 3 лет уже было. Нужно было, она должна всех усадить, смотреть. Мы обязательно должны похлопать. Вот. Целый процесс. Мама хотела вообще меня отдать в хореографическое училище. Ну, то есть куда угодно, только не на гимнастику, потому что она прошла это. Она знала, как это тяжело, эти травмы, это все, эти тренировки. И то есть еще никто не знал, какой будет результат. И, ну, в общем, мама отдала меня на танцы, но там все было хорошо, только мне было скучно, мне не хватало одного движения. Мне нужно было разнообразие музыки, разнообразие предметов, то, что присутствовало в художественной гимнастике. Аня завжди хотіла бути чемпіонкою, як мама і тато. Вона із захватом спостерігала за батьком на футбольному полі і мріяла про великий спорт. Її не лякали білі травми, які часто супроводжували кар'єру тата, а спортивне життя здавалось надзвичайно цікавим і захопливим. Та в один прекрасний момент сказав, що я більше не хочу. Я хочу на гімнастику. Ну, я пішла к Альбине Николаївні в школу. Когда она привела Аню ко мне и говорит, вот вы берите Аню и готовьте. А я говорю, нет, ты организуй группу, бери Аню в свою группу и будешь работать тренером. Это, конечно, мне идея очень нравилась всегда. И я считала, что все, почти все мои ученицы должны работать тренерами в художественной гимнастике. И вот первая группа у меня была 40 человек, в том числе и Аня. Альбіна Дерюгіна свого часу не змогла втримати талановиту гімнастку. Натомість отримала професійного тренера. Перші кроки у художній гімнастиці Аня робила під керівництвом мами. Важко було і мамі, і доньці. Часто в залі сперечалися, ображалися одна на одну. Але саме Вікторія дала той перший важливий поштовх, який допоміг зробити видатну спортсменку. Мама залишається Аніним кумиром. Она полностью себе отдала это. Полностью. Она, у нее ни детства не было, ничего не было. Я не помню, чтобы она бегала. Ну, как дети все это. Нет, она в зал и все. Если не зал, значит дома. Если травма, дома. Или, я помню, она с гипсом поехала в зал тренироваться. Я говорю, как ты с гипсом? Ничего. А в зале, то есть в зале есть тренеры, гимнасты, все, больше в зале ничего не присутствует. Я считаю, так должно быть всегда. В зале есть работа, все. Все одинаковы, все равны, и все должны работать. Дома, конечно, мы все. Мама, дочь, семья, короче. Мне так кажется, да, что все-таки мама выделяет в группе дочь. Немножко, но все равно как бы глаза падают, да, вот так скажем. А так вообще я бы поблажек не делала. Очень было тяжело. Я думала, все-таки, когда мама, она будет там жалеет, там еще что-нибудь. Получилось все наоборот, но я из-за этого благодарна, потому что если бы я в то время не трудилась, у меня бы сейчас не было этих результатов. Я приходила домой, мне Саша все время говорит, мама, почему ты все время кричишь? Она так плачет дома, обижается на тебя. Я говорю, ну, Саша, ну я как бы стараюсь, чтобы лучше для ребенка. Аня виросла, навчилася долати труднощі і стала справжньою зіркою. Але для батьків вона все одно маленька дівчинка, яка потребує тепла і ласки. З татом у них особливі стосунки. Він, як ніхто інший, розуміє її і не раз допомагав доньці у скрутних ситуаціях. У нас великолепні відносини з дитинства.
С детства был отец, была дочь. Сейчас мы говорим, можно сказать, уже наравне. Наравне, потому что она взрослый человек уже. Некоторые нюансы она мне рассказывает. Некоторые тот опыт, который у меня по жизни есть, я ей пытаюсь передать. И, в общем-то, это много уже передавали. Потому что я сам спортсменом был. И чтобы она шла правильным путем, надо было ей направлять чуть-чуть. Мама, папа, они меня очень многому научили. В спорте мне повезло, что у меня такие родители, потому что и папа прошел весь большой спорт, и мама. Ну, то есть, мне бы было тяжелее, если бы мне не было такой поддержки, если бы я не видела все это своими глазами. Володимир Безсонов – зірка радянського футболу. На нього хотіли бути схожими тисячі хлопчиків. Сьогодні його сприймають як батька відомої гімнастки Ані Безсонової. І тепер Аніні нагороди займають центральне місце у сімейному музеї. Але тато не ображається. Навпаки, він гордий, що його доньку знають, люблять і поважають. Він і сам її найщиріший прихильник. Слідкує за усіма гімнастичними змаганнями, тамуючи подих, коли на поміст виходить його донька. Молодець. Ну, вона вже, в общем-то, і добилася цього, того, що вона хотіла. Хоча теж складності були, багато складностей, і травми були, і серйозні травми були. Ну, тим не менше, терпіти. Вона і хотіла вже скільки і бросати це, тому що на самом деле терпіти боль, і боль, можна сказати, перелом терпіти, да, і виступати складно, да. Но, тем не менее, она выступала и с переломом тоже. Поэтому она и добивается. Но вообще, Аня, как бы она с детства, она фанатка вообще спорта. Художня гімнастика – особливий вид спорту. Силові навантаження, акробатичні елементи і справжнє мистецтво. Біля хореографічного станка гімнастки проводять не менше часу, ніж балерини. Тому їх рухи такі ж пластичні і граціозні, а виступи – яскраві і артистичні. Саме цим славиться українська художня гімнастика. Свого часу наша героїня залишила балет заради гімнастики, але хореографія – її улюблений предмет. Аня – природжена артистка. Кожен її номер – це окрема історія, наповнена змістом, емоціями і переживаннями. Вона самокритично відноситься до своїх виступлень і взагалі до себе. Тому вона, в общем-то, не ми її направляємо, вона сама себе направляє. І це вже давно. Якщо треба, не їсти. Так оно и не ест. Потому что нельзя, потому что там вес, там каждый грамм на счету. Если надо, в субботу, воскресенье тренироваться по 12 часов, значит она идет и тренируется. Намного тяжелее гимнастика. Тут и растяжка, и физические качества другие должны быть, чем раньше. Да и внешний вид. Мы немножко были так попышнее, разрешалось. А сейчас нет. Сейчас гимнастки должны быть очень худенькие. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, и за голову. Раз. Идем, 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 идем. Гуттаперчева, Анна, ты у нас. Так. Поехали. И руки. Раз. Сім. Щоб досягти сучасного ідеалу гімнастки, потрібно дотримуватися суворої дієти. А якщо дівчина все ж набрала пару зайвих кілограмів, тренери ласкаво запрошують до залу на посилене тренування. А хто ж говорив, що буде легко? Кращий спосіб схуднути – щорічні учбово-тренувальні збори. Осінні проходять у закарпатському містечку Берегово, де збираються гімнастки з усієї України. До їх послуг і тренувальний зал, і тренажерний, і хореографічний, і навіть басейн з термальними водами.
Перше тренування о 6:45 ранку. Останнє завершується о 7:00 вечора. І все це лише з невеликими перервами на їжу та відпочинок. Не схуднути важко. Тим більше, що сніданок, обід та вечеря проходять під суворим наглядом тренерів. Хоча останні переживають, що дівчата часто привозять з собою щось смачненьке і заборонене, щоб побалувати себе перед сном після важкого тренувального дня. Але ж вранці знову до залу – спалювати зайві калорії. Це наші віси, які ми, собственно говоря, гімнасток звішуємо. Батюшки, 47-700? Не знаю. Я не знаю. Є така тенденція, що гімнастка становиться старше і увеличивается, естественно, вес. Може увеличиться. Но это не касается спортсмена. Потому что у спортсмена есть первоначально, что ее внешний вид, фигура, структура фигуры. И если, значит, только отпустить, то, значит, она потеряет свою прелесть, нежность и красоту. Тяжело осознавать, что вот молодые наступают на пятки или наоборот уже, то есть обгоняют, но это спорт, и надо с этим бороться. Молодость молодостью, но все равно опыт иногда помогает больше. Гимнастка, которая выступает даже в те же 16-17 лет, это другая гимнастка, чем 21 и старше, потому что это немножко другие чувства, исполнение, и это видно на площадке, что ну как бы у нас спорт женственный такой. И чем старше девушка, тем она более понимает это все. Если девочка молодая, она еще не может выразить этих чувств на площадке, чем взрослая девушка. Самокритично. Потому что не говорит, что там судьи засудили или еще что-то, не те оценки поставили. Ты сначала в себе разберись, а потом уже там. А там они уже сами разберутся. Но вот так она относится к себе. Волнуюсь, конечно, за будущее ее, потому что у спортсменов тяжело проходит этот период, когда после профессиональной карьеры надо уже переходить, искать другую профессию, или там тренер, или другой специальности. И сейчас хочу ей как-то направить или подсказать куда-то, может помочь, чтобы ей было легче и ну, у нее получилась дальнейшая жизнь. Они сейчас заняты, я сейчас более свободный. Аня на работе, Саня на учебе, мама на работе, а я пока еще здесь. Пока они туда, я ей на базар скажу и в маркет, и приготовлю то, что они скажут, и салатики. Но они, в общем-то, все равно мало едят. Аня вообще, можно сказать, не ест, мама там чуть-чуть. А Саня целый день занят, молодой парень, там, то Макдональдс, то еще где-то, то кафе. А я для себя что-нибудь приготовлю. А то бывает, что совсем не готовишь. В общем-то, тут сейчас проблема у нас с питанием, вообще проблем нет. Там сегодня пюре, суп куриный супчик с вермишелью, телятина отварная с косточкой. И будут котлеты с пюре, соленые огурцы есть, капуста есть, и все. А на десерт у нас что, Саня? Птичье молоко. Так вот. Завтра уже что-то другое будет. Овощное в основном витамины. Сейчас будем делать котлеты. Сейчас перекрутим мясо. Картошка уже скоро готова будет. Сейчас вот как раз и надо картошечку чуть-чуть освободить от пенки. Редко мы с семьей ездим в ресторан. Очень редко. А если даже встречаемся, Аня, пойдем. Говорит, дайте мне просто поваляться. Дайте просто поваляться, и все, и она ничего не хочет делать.
и слушать. Да, все мои друзья просили познакомить с ней. Я говорил, после того, как она закончит, будете проходить у меня кастинг. Тогда будем знакомиться. Сьогодні на особисте життя просто не вистачає часу. Своєї спортивної мрії Аня ще не досягла, тому продовжує готуватись до Олімпійських ігор. Після 12-годинних тренувань вже не до романтичних стосунків. Хочеться швидше дістатися дому та відпочити. Рідко вдається навіть просто зустрітися з друзями. Та ще іноді наша героїня дозволяє собі маленьку жіночу слабкість – похід по магазинах. Весь інший час забирає гімнастика. Конечно, в настоящее время Аня достигла даже на Олимпийских играх высочайшего уровня мастерства, владения предметом. Многих девочек с мировым именем, много хороших, но владения предметом, конечно, такого нет. Вот. І ми з вами на справжніх Олімпійських іграх. Таким образом, в общем-то, она превратилась в такую, знаете, вначале в Золушку, потом из Золушки в принцессу, а из принцессы превратилась в прекрасного лебедя, которая оставила на весь мир огромный след. Потому что работать в профессиональном спорте и таким спортом, как гимнастика, 12 часов в день на протяжении, я уже не знаю, наверное, 15 лет она вот так вот каждый день, без выходных, без проходных, можно сказать. С перелетами приехали, поменяли, уехали. По 12 часов в зале. В зале. Конечно, это силу воли надо. Естественно, от этого и результат будет. Это хорошо, что никто не видит, потому что это очень тяжелый труд. Это очень много работы над собой. И просто, то есть, тренером. Мы сидим перед соревнованиями, у нас в зале просто с 8 до 8, то есть там с небольшим перерывом. Очень много надо трудиться, чтобы это все вылилось красиво. И так вот мы выступаем, у нас упражнение длится 1,5 минуты. Для этого мы должны работать целыми днями, иногда даже без выходных. Сейчас я особо ей, как тренер, не предъявляю претензий. Я постараюсь ей больше помочь, как мама. Не хватает двух тренеров, которые каждый день предъявляют какие-то претензии на тренировки. И... Потому что целыми днями долбать человека тоже невозможно. У художній гімнастиці виживають найсильніші. Це по-своєму жорстокий вид спорту. Можна тренуватися днями і ночами, бездоганно виконувати найскладніші елементи і щоразу опинятися за межами п'єдесталу. Багато дівчат не витримують. Але такий спорт. І про об'єктивність тут можна лише мріяти.
Нашій героїні не раз доводилося зіткнутися з несправедливістю. Одна з кращих у світі гімнасток має нагороди усіх найпрестижніших змагань. Але надто часто це срібні і бронзові медалі. І далеко не завжди справа у майстерності спортсменки. Найбільшим розчаруванням для Ані стали Олімпійські ігри в Афінах. Вона з болем згадує важку підготовку, постійні травми, які супроводжували її у передолімпійський сезон, і зовсім несправедливе третє місце. Але за багато років вона навчилася достойно програвати. Кожна поразка підштовхує до пошуку чогось нового і оригінального. Вона знову йде до залу і тренується удвічі більше, тому що вірить, її час обов'язково настане. Были проблемы, и очень обидно, когда люди не понимают, что мы там выбежала, с ленточкой побегала, помахала и все. На самом деле у нас сейчас очень тяжелые правила. Все гимнасты болят спины, стопы, колени, то есть кому на что повезет. Я весь Олимпийский год провыступала с травмой, и в конце года мне пришлось сделать операцию, после которой мне было очень тяжело восстановиться. И, в общем, ей очень удалось. Прекрасно она исполняет музыкальные произведения, можно ей брать музыкальные такие, как «Кармен», как более такие «Спартак», понимаете, произведения. Можно и народные брать танцы. В общем, она много такая, можно сказать, многоплановая гимнастка, которая может под любое произведение перенастроить себя, перестроить и показать то, что от нее требуют. Кожен виступ Аня вкладає всю свою душу. Вона мила і чарівна не лише на гімнастичному помості. Тому її люблять тренери, дівчата, які тренуються поруч, а мільйони фанатів в усьому світі з нетерпінням чекають виступів Бессонової. Її спортивна кар'єра склалася, але вона прагне більшого. Аня мріє залишити після себе незабутній слід у художній гімнастиці. Зробити щось таке, чого не може жодна інша гімнастка у світі. А для цього потрібно ще попрацювати. І тоді мрія обов'язково здійсниться.